Посмотри, что он не убирает это. Это у него растет, и он не убирает. Сколько он лет здесь? Никогда не убирает. Птицы, прожорливые птицы, стаи, как у Некрасова. Он в том году заехал осенью только сюда. А где он был? Лето. Вот облепиха. Это царица садов всех. Не убрано. Вот сейчас убираем. А сегодня уже 22 октября. Этому у Черепанова Василия Николаевича. Ни к чему рука не прикасалась. Сколько лет он здесь? Я говорю, с той осени он здесь. А? С той осени здесь. То, год. Год. Год уже за год, за год. Ну за год-то год, можно было хотя бы грядку посадить. Тут черноплодка у него. Вон облепиха. Там посмотри, пройди там яблонь. Посмотри, сколько облепихи. И вот какой куст облепихи. Да, да, а да. А тут гляньте, сколько черноплодка растет. 22 октября уже все пропало. Черноплодка? Да, ничего да. не убрано. Вообще ничего не убрано. Яблоки, покажи, сколько яблок остается. Сколько птицы поклевали. Вот у него яблони здесь. Он говорит, я не собираю, потому что выхожу тут, сразу с куста ем. С дерева именно. Вот у него банька тут. Сарайка, так-то все сделано хорошо. Что за этим хозяйством следить надо все. Виноград, говорит, был. А на зиму в том году не закрыл его. Всю зиму вот так виноград простоял, еще каким-то чудом он выжил. Не замерз у него. Ну вот так вот. Вот у него все внутри тут. Кабачки даже есть. Картошка, говорит, накопал, но правда на другом участке у него, где там другой, когда дача есть, там он садит себе картошку. Ну у вас так руки замерзнут. А? Руки-то замерзнут сейчас. Конечно. Холодно. Хоть маленько набрать. Ты посмотри, какая, как говорят, рясная. Ну. Сколько всего? Все бочки опрокинуты, водой не заливаются. То есть ничего ни разу не сделано. Все лето прошло. Земля вся осталась. Ну что можно сказать? Приобретено уже лето-то мог здесь что-то сделать. Позаботиться о земле. Вон, покажи кучу дров. Веревки он. А? Веревки гниют он. Берез? Веревки гниют. Вон эти. Нет, не вижу, а где? Веревки он лежат вон. А в каком месте лежат они? Ну, вон лежат, вот-вот. Веревки? Да. А я думал, березки. У него все гниет, абсолютно. Брюки вывезти, так и оставить. Здесь он где-то еще там подбирался, свалку. Ну, дрова-то я показывал, да. Надо было расколоть, да занести, чтоб сохли. Сейчас дождь прошел, промочило все. Видно, что кто жил здесь, они все это с умом сделали. Все тут у меня обставлено, сделано. Вот эта картошка еще с той осени, как купил он. Они уехали, даже урожай где-то не собрали. Вот, все это лежит у нее не убрано. Да. Это труд над собой каждый день, ежедневно. То есть с ленью надо бороться именно через труд, через пот. К
как Господь заповедовал Адаму, в поте лица своего будешь добывать хлеб свой. Хочешь, не хочешь, а трудиться надо, потому что Господь заповедовал так делать. Корзиночки у него тут плетеные лежат. Вот этот куст, я не знаю, как он называется. Такой. Смотрится очень интересно. Сейчас пойду посмотрю. Он там, Игнатий Насимов, сказал продолбить в одном месте. Посмотрим, что у него там получается. И что там, пустота есть? Видно, ну, не видно? Уходит, да. Уходит. Уходит, да? Уходит. А, ну да. Ага, видно. О. Здорово. Да, потом новый поставили. А он есть новый-то? Привезли с собой. А там у меня много кирпичей. Да, раскрошить, да, еще. Ну да, тут раз они об этом не думали. Сюда вот, может быть, здесь-то пробей его, у нас пихнешь вот сюда вот. Вот. Он там выворачивает, вообще все получается. Это уже получится полтора кирпича. Тебе этот-то не надо было, тебе вот этот тут надо было, вот эти два и все. Оставь его пока, ты вот этот выковыри. Так нет, так если... это валит. А, это вон вот этот один удалит. Этот угол обвалит, если этот будет. А. Не-не, то, что начал ломать, уже пускай доломал. Да. Вот такой длинный, да? Почему нет? Вот он под низом, под монтировкой у него вот это вот. Кирпичиш какой он цельный. Вот он. А это полтора кирпича получается. Сбоку, сбоку, да, выбивай его. Откалывай просто его, откалывай. Не-не, брат, не так. Не так, не так. Да попробуй. Вот так вот откалывай, так, чтобы вытаскивать его. Не-не, вот так вот, вот так вот, вот так вот, да. Иначе ты это выколотишь и верхний еще. Как бы откалывать надо его. Да, вот так это, ага, навезло. Все надо и это. А вот так заломить? Подожди, может не надо. Может не надо, подожди. Подожди, пока не надо. Так рукой не залезешь. Ну тогда надо еще. Но все равно и начал долбить, до конца додолбить. Все равно же потом убирать его. Надо сказать ему и начал еще. Подожди. Брат, сейчас это она все урубит. Брат, скажи ему и начал еще, что нашли дырку. Пускай придет, посмотрит. Ну как рухнет? Рукой-то надо залазить. Все равно убирать ему. Но он... Дай, тихо, дай. А
Это у него тут еще второй этаж. Лесенка идет на второй этаж. Он закрыл тут все, чтобы потеплее было. Вот, их тут вот рядом. Смотри, сколько набрал. Так, тряпку какую-то, да. Есть тряпка? Руки вытереть. Полотенце-то можешь руки вытереть? Ага. Что, видишь свет? Вот, я тебя вижу, вот. Вот он продолбил. Вот. Продолбил. Ну все, стой. Так, подожди, где он продолбил? С той стороны. Вот она отсюда, вон пошла. Вставь монтировку еще раз. Монтировку вставь. Вон она торчит. Ну еще там дальше-то, подожди. Ну-ка, подожди. Сейчас ему надо посоветовать, что дальше-то делать. Что дальше? Надо посмотреть, что дальше. Ниже долбить. Не надо, ниже. Вот этот кирпичик, вытащи его. А да он навалится. Вот этот он у тебя над колодцем. А он до конца. Он цельный, он цельный. Цельный. Ну нам только к низу надо идти. Не кверху. Ну вот этот выбивать. Зачем туда-то выбивать-то? Зачем? Вниз, вниз. Раз там пробили, теперь надо в одном месте там пробить, чтобы пройти туда. А подожди, он лопнувший. Нам надо выбивать. Он лопнувший. А? Давай, пробуй его. Пробуй. Чтобы рукой... Конечно, мы же не знаем где, на каком уровне, еще неизвестно. Ну, слепую. Этот кирпич лопнувший. Подожди. Как его? Ну, так ты не так. Подожди. Его постарайся вот так вот, подожди. А, ну... Тихонько, вон он. Видишь как? А теперь вот так вот. Вот он. Потихонечку его вытащи. Вот он. А ты уже собрался бить. Вытащи. Он сам вылез. Вот так. Теперь. Видишь, мы пробили. Теперь надо узнать, куда оно идет у них. Куда идет? А вот вы. А? Вот этим кирпичом вот так вот. Так идет. Мы пробили. Ну вот тут уже упор. Да где, до куда достаешь? Это так дым, да, идет вот так вот. Ну да, дым-то вниз. Надо узнать, где идет. Ну ему уже надо зигзагом идти, что ли. А ну-ка вниз туда, подожди-ка. Вот так вот. Чтобы все прогревало. Туда, туда, да? До сих пор, да? А ну, теперь вниз туда, туда рукой попробуй, куда рука пойдет. У него мешок сделан здесь. Ну вот так вот так. Канала-то нету еще. Вот упор, упор вот тут вот упор. Тебе руку вот так вниз опусти, до сколько? Ну вот упор, до сюда, здесь вот. Вот здесь вот дальше нету? Ну. Вот так вот, да? Ну, упор. Дальше нету, да? Нет. Вот еще руку. Так вот идет. Вот тут упор, вот. Упор. Вот это называется вниз, вот туда вот. Руку туда просунуть сейчас и попробуем. Надо маленько даже выше бить было. И узнать, сколько сюда идет, до сих пор идет или докуда идет этот внизу канал-то, докуда? Это не канал. Ну здесь упор, все вот он. Тут упор. Ты руку-то не поворачиваешь даже, как ты можешь узнать-то, когда? Упор, вот он. Ладно. Вон он отсюда его видать, что он. Там у тебя упор, да? А ну вот, вот эти кирпичи, нет, они тут кирпичи. А ну-ка, кверху там идет? Кверху. Вот, а... Кверху упор. Вот. Откуда идет? Вот там упор, да? Упор вот там. Да, наверное. Туда она идет, он туда. А все тут это... Кругом упор. Игнатий Иванович, она туда идет прямо, и потом, видимо, куда-то вверх поднимается. Ну, куда-то это не ответ. Тут так. Упор везде. Ну, ладно, пожди-ка. Вот туда пошло. Да это уже печка вот. Ну, это да, ты уже. Вот уже печка вот. Вот потуши, не а надо. А это печка? Не свети, да. Энергии не трать. Тут не надо ничего. Выключи, потом на улице будем. Ну я не знаю, где колодцы. Ну-ка. Так... Ты можешь вытаскивать кирпичики? Не знаю, колодцев нет. Кирпичики отсюда вытаскивать можешь? Которые упали туда. Ну их вот отсюда можно вытащить, вот.